также сегодня, 14 января, мы с вами прибыли на Троекуровское кладбище. Сегодня дата памяти еще одного талантливого человека. 14 января 2021 года остановило сердце создателя киножурнала «Ералаш» Борис Юрьевич Грачевский. Бориса Юрьевича не стало в возрасте 71 год. Скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Захоронение Бориса Юрьевича Грачевского находится на Троекуровском кладбище. Борис Грачевский всегда говорил: «Во мне сидит 12-летний мальчик». И именно это умение быть вечным хулиганом он и называл счастьем. Меня как-то спросили: «Вам не надоели дети?» Я сказал: «Как может надоесть воздух, которым ты дышишь? Ну как?» Именно эта вечная влюбленность Грачевского в дело своей жизни и покоряла зрителей. Ну и, конечно, шутки, которые спустя столько лет заставляют улыбнуться. Ну, практически большую часть своей жизни я посвятил «Ералашу», что мне было тогда 25 лет. И я по-другому не понимаю, что бы я ни делал, куда бы я ни отвлекался, ничего важнее главного этого самого события моего «Ералаша». Первый выпуск журнала «Ералаш» вышел в 1974-м. Режиссер Алла Сурикова придумала детский аналог знаменитого «Фитиля», а Борис Грачевский воплотил идею в жизнь. Название придумала дочь его коллеги, сценариста Александра Хмелика. И в этом тоже его умение прислушиваться к детям. Она была ученицей 8 класса или 7-го. Она сказала, что о чем мне назвать вот «Ералаш»? А нам всем понравилось, потому что слово такое, ну, оно редко использовалось. Потом «Ералаш», неразбериха, путаница, беспорядок. И нам это все вполне устроило. Вот так неожиданно хулиганские трехминутные анекдоты для детей и их родителей стали классикой телевидения. Ведь, кажется, каждый в нашей стране может вспомнить, а какой же у меня самый любимый момент в «Ералаше». Ну, а из тебя мы вратаря сделали. Экстра-класса. За 3 дня. Бонжорно, бомбини. Здравствуйте, дети. Сон аль востро, ново маэстро. Я ваш новый учитель. Нас должны любить, а мы должны делать все возможное. Потому что ради этого вот я и живу. Чтобы, так сказать, смотрели, смеялись и радовались. А Борису Юрьевичу Грачевскому мы сейчас возложим вот такой вот красивый, ну, очень красивые розы. Мне очень понравились. Вот, ребятки. Двигаемся. Да, двигаемся. У них с Борей была очень сильная связь у Фили. Вы знаете, когда ему было плохо, он сразу же реагировал, капризничал. Здесь по времени было 21:47. Он проснулся, а я его, ну вот буквально там полчаса назад уложила. У меня закричал Филя. Он проснулся и закричал первое слово, которое он сказал: «Папа». И он прокричал именно «Папа». Четко. Да. Я схватила его быстрее укачивать. Он, не останавливаясь, плачет. И он где-то 3 минуты просто прокричал. Потом резко успокоился. Просто резко. А у меня внутри все в этот момент переворачивалось. Я вышла из детской, взяла телефон, чтобы набрать в больницу. Было 22:13. И я вижу, что звонит, и у меня записан телефон реанимации, написано «Арит». Я взяла трубку, еще думаю, странно, что они мне звонят, они же никогда мне не звонили. Первое, что у меня было в голове, что, может быть, какое-то лекарство необходимо, нету. Ну, все же бывает в больнице, понимаете, да? И мне так жутко стало, что ночь, как я сейчас буду это лекарство доставать, как вести? То есть мысли не было, что это какой-то страшный звонок? Нет, я в это не хотела верить, наверное. Я не могу объяснить, вы поймите, что это. И я взяла трубку, и мне говорят: «Вы, пожалуйста, сядьте». И мне сказали, что примите наши соболезнования. Там очень тяжело это говорить. Мы очень старались, мы боролись, мы пытались реанимировать, но у нас ничего не получилось. Получается, что когда я получила справку о смерти, 21:47, зафиксировано время смерти, когда закричал Филипп, когда я начала задыхаться. Я
Дальше я ничего не помню. Я понимала, что дальше мы занимались похоронами. Но не помню, что я отвозила одежду. Мы выбирали гроб. Заказывали поминки. Но я не помню больше ничего. Дальше белый лист вступает. И на самом деле мне казалось, что тогда самое страшное время было. Сейчас я понимаю, что сейчас еще сложнее. Потому что сейчас приходит осознание, что его нет. Тогда, наверное, был шок. И, наверное, если бы не было Филиппа, то я не знаю, что было бы со мной.